Так, опа, есть еще с одна. Ох, такая получше уже. Друзья, всем привет! Наконец-то в Беларусь пришла настоящая зима, и мы идем по снегу, которого мы в том году не видели, позатом было очень мало его. Круто, снега валит неимоверно. Сейчас пару градусов мороза, но уже сегодня на ночь обещают минус 10, а завтра вообще минус 25. Вообще просто. Главное, чтобы еще рыбка клевала. Приехали мы на озерцо одно. Попробуем сейчас жерлицы расставить и поискать окунька, плотву. Со мной сегодня Рома, Ваня приехали. Вон они идут, тянут саночки. Погода шикарная. Смотрите, какой снег. Вообще просто обалдеть. Он хрустит, не липнет. Это, конечно, что-то. Настроение супер. Надеюсь на хорошую рыбалку. Вот тут, конечно, заход стрёмненький. Жвесками. Так. Водичка вот такая проступила. Ну, конечно, я так и ожидал, что снега много выпало. Лед у нас не сильно толстый. Скорее всего, будет под снегом вот такая каша. А может и будет нормально. Тут уже люди расставили жерлицы. Сидят, ловят. В общем, красота. Ну, под берегом вода есть, тут вроде бы нет. Посмотрим, она еще может как прорежешь лунку. Вода под давлением снега пойдет из лунки. Тут будем? Ну, я не знаю, можно тут тоже попробовать. Ставки даже по той стороне. Тут живой этот свал идет. Сюда вот яма пошла. А, ну мы ж да, тут. Ну, можем тут попробовать. Вот тут на мель выход. Да. И плотва что-то постоянно. Если что, потом пройтись туда. Начинаем закорм луночек. Это я уже закормил мотылем. А вот эту сейчас закормлю сухаркой. Глубина померил тут 2 метра где-то. Закормлю вот сухарки немножко и мотылька сверху. Прямо глубина небольшая. Вот щепоточку мотылька. Чуть-чуть присыпем, чтобы не так светло было под лункой. И пойдем ставить жерлицы. Вон кто-то тягает что-то. Водички, окуньки. Здесь вот чисто мотылем закормлено. А здесь вот тоже сухарной. Сухарной и мотылем. Сейчас буду ставки ставить. Есть у меня жипчик. Не крупный, но пойдет. И начну расставлять. Дальше друг от друга, чтобы не мешать друг другу. Вот первый можно здесь поставить. Лед хороший. Бур можно почти не засверливать, столько снега стоит. Есть. Блин, как давно у нас не было. Я уже забыл, раньше все время такие снежные зимы были. А сейчас извольте, но нет. Погода меняется, климат меняется. И все не воротится к нам. Может, когда-нибудь сменится на другой климат. Но не факт. Загибаем и выставляем. Жерлица будет как бы спрятана под снегом. Но если загорится флажок,
тогда, конечно, будет красиво. Поставлю окуня побольше. Вдруг щука хочет окуня. Буду через одного окунь плотва ставить. Примерно так. Глубина здесь хорошая. Где-то 3 метра. Вот. Так, и можно чуть-чуть снегом припорошить. Все. Ох, нифига себе окунь дает. Но сорвать он не может. У меня... А вот. И сорвал. Непонятно. Вот это да. Такой мощный. Это что, не понял, щука что ли? Ну не может так быстро. Он тут. Такой активный окунь, что офигеть просто. Может, не сорвет. Да. Не часто у меня такое происходит. Сейчас пока подожду. Блин. Хотелось бы, конечно, чтобы это была щука. Но это вряд ли щука. Я бы уже почувствовал, когда подматывал бы. Да елки-палки. Что-то с этим окунем не так. Такой бойкий окунек. Огнем сейчас флажок. Так, 69-й лески. Первая поклевка. Ну что-то, наверное, мелкое. О, есть. О, так. Довольно ничего. Плотвичка живцовая. Тоже неплохой вариант. Пока я рассверливал лунки, Ваня даже не заметил, что у него сработала жерлица рядом, которая стоит. Но пока не крутит. Там просто крупный живец. Значит, на мелких не ловлю. Значит, будет крупная щука. Первый подъем у нас за целый день. Да и вообще... Второй, что мы видим в поле зрения. Сейчас как начнет мотать. Снег, конечно, идет офигенный. Ну, вроде бы провиса такого нет. Пытается почувствовать, есть ли щука. Нет. Ничего нет. Что тут карась стоял? О, порезала нормально. Ну, видно, не сильно крупно. Голову порезала и бочину. Ну, значит, есть.
может будет еще клевать. Все, я пропилил десяток лунок, прикормил их и сейчас иду облавливать вдоль берега. Время уже ближе к обеду, короче, пока толку мало. Сидим, ловим плотвичек маленьких и решили перекусить немного. Потому что кушать хочется, энергии тратится много по снегу ходивши. Вот такой легкий перекус нас ждет. Пока по клеву слабо. Щуки не видно, жерлицы переставляем, пробуем, ходим, ищем рыбку, но никак. Ладно, есть еще вариант еще одно место проверить. Ну, сейчас посмотрим, будем туда перемещаться или нет. А пока будем есть. Да ну нафиг. Оторвала мормышку. Офигеть. Она то ли развязалась. Развязалась. Но на первом. Это да. Это уже интересное начало. Повесим такую же овсинку, как и было. Это уже интересный ход. Ну вот видно, не видно. Развязалась. Не знаю почему. Она развязалась, но факт остается фактом. Вот это да. Но рыба была нормальная, почувствовал. Наверное, да, нормально утончился немножко. 58-я леска, вот. Уже пару плоточек поймал. 58-я леска, мормышка 2 миллиметра, как обычно, овсиночка. И хожу теперь проверяю лунки, которые закормил. Пару плоточек красивых уже удалось поймать. Так, на опускании со дна берет нормально. Опа. Блин, здесь кивок на этой удочке стоит короткий. Прикольно, еще не привык к нему. Ну, тут хоть немножко крупнее плотвичка. Там так на большой глубине маленький окушок не давал покоя. Ого. Кто-то подбрасывает. Ого. Что-то поинтересней. Ну, такая плотвичка живцовая. Падение берет. Еще даже до дна не дошел. Стоит, значит, в толще воды. Вот так, медленно опускаю. Я перешел сейчас на новую лунку. Там поймал где-то 6 рыбок.
есть еще мелкое что-то. Нет, такая же ботвичка. Надо живчиком поменять водичку, а то что-то они начали плохо себя чувствовать. Вот, более еще подловить. И тогда будет хорошо им со свежей водичкой. Кислорода много. Так, опа, есть еще с одна. Ох, такая получше уже. О, такая нормальненькая. Бежим к Ване. Он споймал какой-то. Оторвал? Блять, вообще минуты три держала. Щука, не? А? Щука? Я не знаю, вообще подъемная. Офигеть. Блин. На мотыля? Ускоряться, от этого, хоп, загиб. Во, приподнял на полметра, и все, и стоит колом, не могу сдвинуть. Офигеть. Блин, как стартанет, блин, не то окунь, килограмм, ну минимум. На мотыля? Ну. Офигеть. Блин, я уже думал, все, у клунки удал только. Так вот и у меня ж он там на том уровне клюнуло что-то, что этот мормышку оторвало. Смотрите, в какую снежную сказку я попал и могу показать это вам. Смотрите, какая красота, сколько снега, все деревья, все в снегу. Вот это красота.
супер. Вот так. Красота. Это называется зимняя сказка. Настоящая зима пришла в Беларусь. И я не могу с этим с вами не поделиться. Смотрите, как на кустарник налипло. Какие тоненькие веточки кустарника. Сколько снега держит. Офигеть. Все, пошли ловить. Ваня. Круто, да? Я сам в шоке. Очень красиво. Пошли ловить дальше. Ваня трофеи спустил, значит, они здесь есть. Будем охотиться за ним. Одна. А там уже сидит рыбка. Вот тоже вон поприятнее. Плотвичка. Желтая мормышка рулит. Тоже с дна клюнула такая. Более приятная. Классно даже, если клюет мелочевочка, не надо расстраиваться. Главное, что она ловится. Конечно, всем хочется поймать крупную рыбу, но крупную рыбу поймать — это в наше время в таких водоемах запрессованных, грубо говоря. О, поклевочка. Очень трудно. Поэтому ловить на тонкие снасти и довольствоваться некрупными трофейчиками, которые на тонкой снасти ощущаются очень даже крупными. Еще один день нам не засчитается в счет жизни. Хоть рыбы мы не словили, но отдохнули хорошо. Пришла наконец-то настоящая зима. Сейчас уже подмораживает, так градуса, наверное, 4, так чувствуется уже, морозик поддавливает, снежок до сих пор идет. Короче, две поклевки у Вани было. Сейчас вот мы собирали жерлицы, еще одна сработала, но только мотануло пару метров, да? Да, два метра. Короче, там он вдалеке, ребята, 9 раз бегали, но походу так и ничего не поймали. Сегодня бегали красиво. Бегали толпой, втроем, на перегонки. Интересно. Короче, пополнили мы запас живцов. В принципе, вот и все, чем довольствуемся сегодня. Ну, как есть, так есть. Все, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. Всем пока. Пока.